Всем привет, ребят! Ну что, настало время очередной китайки. Сегодня у нас будет непростая китайка. Сегодня у нас будет сразу же две угольных армии на китайке и на основном аккаунте на ру. Вот такие вот плюшечки я забираю. Ничего тогда. Коробочки, синие и красные кристаллы, сеты рун, мешочки огнекрыла, топовые талантики. Топовые сеты, в общем, вот так вот дело обстоит на китайке. Это у нас был рынок, вот такой вот рынок был неплохой, скажем так. Ну что, поехали, будем пробовать сегодня с бабой Зиной мохнаткой проходить угольную армию и там. Интересно на это посмотреть. Первая угольная армия у нас без артефактов, как видите, у меня здесь только что был активирован, у меня уже 25-я таблетка, надо будет акция на трату докачать таблетки до 25-го все. У меня на китайке, чем китайка интересна, на китайке нет забора. Блин, начал без героев, ладно. Просрали, конечно, к сожалению, одну попытку. Так, ничего страшного, будет у нас через часик новый заходик. Так, ставим тотем 1, башенки. Давайте сначала героев расставим. Так, в центре у нас будет однозначно тыковка. Ставим огнекрыло. С этой стороны попробуем, давайте, Бигфут. Бабку Зину. Так. Где наш Анубис? И кого мы еще возьмем? Кто пойдет с нами в пляске ворожей? Но видите, у меня не хватает места теперь для Афины. Так, давайте соберем. Уберем отсюда его и поставим сюда Афинку все-таки. Вот такая вот у нас будет команда. Давайте теперь сейчас всех расставим. Так, а у меня бонус сохранился или нет? Да, есть. Есть, смотритель у нас активирован. Окей. Ставим топовые талантики им. Так, ставим сюда грубую силу. Вот такая у нас сборочка Анубиса. Так, первый готов. Дальше у нас огнекрыл убираем. Ему надо оживу. У нас уже есть седьмая ожива. Но тут, в принципе, седьмая ему и не нужна, так как ему без разницы какая. Даже тройки хватит, чтобы ожить с фулл хп. Так, сюда мы поставим, давайте поставим сюда вот так вот, два, баба Зина, утекание это будет три, но лучше, наверное, даже тут оживу поставить, потому что может тоже очень быстро слиться, ставим седьмую оживу. Так, это у нас три героя. Дальше у нас кто еще? Тыковка. Тоже надо оживу искать. Которой нет. По-моему, у меня рунами можно так собрать. Сейчас проверим. Раз, два, три, четыре. Есть тыковка у нас собрана. На тыковку поставим вот так вот. 4 героя есть. Так, Анубис у нас собран. Кто там у нас еще? Афинка. На Афину воодушевление однозначно. Тоже желательно было бы оживу поставить. Поставим ей психощит. Вот такая вот сборочка у нее будет. И сюда поставим Рудольфа. Так, у нас там еще ворожей. Снять. Тоже ставим ему. Так, где мои все пятые психощиты?
И тут, кстати, тоже уберем, поставим сюда на Анубиса шестерку поставим. Так. Есть, собрали. И ворожей. Так, окей, отлично. Поехали. Смотрим. Все собраны. Все, отлично, все собраны. Ну, поехали. К сожалению, осталась одна пытка. Ну, Анубис тут должен их сейчас разбивать всех. И бабка, видите, тоже. Вот, кстати, интересно, давайте посмотрим, как она тут будет. Это вообще супер. Смотрите, насколько кайфово она работает. Но это очень-очень интересно. Главное, чтобы, конечно, она выживала. Но она тут с таким-то... Ничего себе. Видите, как прикольно. Ее Афина заряжает, получается. Она сразу же ультует. Супер. Интересно, интересно. Плюс она дополнительно снимает. То есть, если они сейчас будут подбегать... Она сразу же будет с них снимать энергию. Вот, например, как с атлантов. Тут вообще супер получается. Так, 11-я волна. У меня уже кто-то там слился? Или живы все? Так, вроде как бы живы еще. Не должны умирать. Так, супер. Смотрим. Ну тут без вариантов, они должны всех убивать. Так, ну-ка. Отлично. Вот в чем плюс? Она будет снимать энергию, у вас будет возможность нормально дальше фармить. То есть они не будут заряженными подбегать к вашим героям. Вот это кайф. Смотрите, что делается. 21-я волна просто... Просто изи, у нас половина героев слилась. Вот так вот, ребят. Но смотрите на бабку, что она делает. Она тащит. 571 миллион. Ну, так вот. Надо будет все-таки докачать таблетки мне, потому что, как видите, печально все без таблеток. Так, давайте я сейчас быстренько поздаю ресурсы. Можно все ресурсы не сдавать. Вот значки почета. Ковяшки я сдавать не буду. Давайте тут быстренько зафармим и пойдем на основу фармить. В общем, даже так вот она себя показывает реально очень достойно. Так. Неправильно ответили. Ой, извините, я еще ваш язык не выучил. Так, окей, отлично. Поехали на основу. Тут мы отфармили. Побежали на основу. На основе она у меня еще и с разбросом. Так, есть. Поехали. Создать команду. Так, ну тут у меня стоят мои, окей. Сейчас убираем все. Пусть будет такая вот расстановка моя. Вот у меня сейчас, видите, какой хранитель активирован. Так, убрать. Ставим. Так, тут ставим тотем. И тут ставим тотем. Башенки. Одна. Вторая. Третья, четвертая, пятая и шестая. Вот так вот. Так, по центру у нас будет тыква. Тыковка, исцеление. Так, тут у нас будет огнекрыл. Вот такой вот огнекрыл. С этой стороны мы поставим. Давайте... Бабку поставим с этой стороны. В принципе. Нет, давайте там кого-то другого. Давайте там поставим Афинку.
Или даже Анубиса. Так, Анубиса вот такого вот с пактом. Так, с этой стороны у нас будет Афина. Она должна быть в конце где-то. Так, 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 так. Афина, Афина, вот такая вот Афинка у нас будет. Так. Тут у нас будет ворожей. Не, давайте бабку поставим. Вот так вот. И ворожея. Аналогичный состав. Конечно, немножко другие прокачки, но смотрим разницу. Так, есть. Поехали, выставим сейчас им питомцев. Так, Афина. Рудольфика ставим. Есть. Дальше, дальше, дальше. Ворожей. Ставим ему оживу. Так, Анубис. Собран. Тыковка. Тоже ставим оживу. Томцем поставим вот так вот. Дальше. Три у нас есть. Огнекрыл. Огнекрыл, огнекрыл. Ставим ему 4. Тут там у нас еще бабка. Пять. Вроде всех собрали. Давайте сейчас проверим. Так, собран, 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 собран. Да, все собраны. Поехали. Смотрим, как у нас сейчас будет здесь дела обстоять. Ну, с забором, как видите, попроще, конечно. Они не напрямую бегут, а в обход. До этого времени мы их уже сливаем. Ну, смотрите, от бабки, конечно, вообще плюс такой большой. Смотрите, что делает. Самое основное, что она разряжает на расстоянии героя. Вот это вот очень круто. Так, 17-я волна. То есть атланты в таком случае уже не страшны. Они если подбегут, то они подбегут частично разряженными уже. 19-я. 21-я. Супер просто. Вот даже те же самые ведьмы, с которыми всегда были проблемы. Смотрите, что вообще супер. 23-я волна. Отлично. 662 миллиона, как видите. То есть, ну, тут рандомчик, конечно, тут все зависит от того, насколько. 662. Ну, даже в топ-10 не попал. Ну, топ-20. То есть это уже рандомно. Но, как видите, от бабульки реально есть толк. Поэтому действительно этого героя действительно стоит выбивать и качать. Герой бездонатный. Абсолютно офигенный, то есть показывает себя во всех локациях очень круто. Вот смотрите, активируется как хранитель. Наверное, для того, чтобы побольше набить, надо ставить расстановку с угла и пробовать, чтобы... Ну, конечно, если повезет, чтобы они с угла зашли, тогда больше времени у вас будет. А так получается, 5-6 секунд я теряю на то, чтобы они подошли в итоге.
Плюс стрелка сюда тоже можно ставить. Ну, как видите, даже без артефактов с хранителями, в принципе, неплохо. Но угловой можно трешовать. Так, 16-я волна. Вот супер вообще. Вот это мне нравится, то, что она не дает просто героям нормально подойти заряженными. Вот 21-я. А, и посливались. Да, немножко посливались, но я думаю, не затащим. 541. Вот так вот, ребят. В принципе, показала себя бабулька здесь на тесте очень-очень даже неплохо. Без разницы, какой там у нее талантик будет, она реально очень кайфово будет смотреться с любым талантом. Это уже там для разных локаций. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.